Приветствую, комрады, приветствую YouTube. Мы сейчас находимся в таком замечательном вечернем лесочке. Лето, хорошо, на улице классно, погода обалденная. Вот, пришли мы сюда не просто так, не просто посидеть и отужинать, а пришли для того, чтобы покопать одну интересную раннесоветскую помоечку, ребят. Я не снимал здесь ни разу видео, хотя бывал здесь несколько раз. Делал фотографии в Инстаграме, они проскакивали. Но я сделаю так. Мы сегодня покопаем с вами, пошурфим. Вот, что интересное будет, все покажу. И уже дома покажу помытыми находки сегодняшние. И покажу находки, которые были сделаны на предыдущих двух вылазках. Предыдущие две вылазки были очень короткие. Я покопал буквально около получаса 40 минут. Сегодня планируем ночью с фонариком копнуть нормально. Ну, так что находки должны быть в любом случае, ребята. Смотрите, будет интересно. Ну, а мы сейчас пока выпьем вот такого вот классного виноградного компотика. Отведаем мини-пиццу. Хороший компотик. Дождемся темноты. И приступим к шурфу. Ребят, уже темнеет. Ну, почти стемнело. Меня, скорее всего, почти не видно. Но я вам скажу так. Третий копок лопатой моим фискарем. И выпадает красота. Целая, ребята. Целая. Бутылочка пивная, похоже, пивная. Пив что-то там, завод. Но это красивая вещь, ребят, это коррекционная красивая вещь. Легкие сколы по дну, легкие сколы, и все тут она абсолютно целая. Это зачет, это удача. Фотки будут. Какие фотки? Завтра снимутся. Идет раскоп. Ребят, море. Море битого стекла, остатков обуви. Расческа была. Вот смотрите, битая. Смотрите. Вот с надписями было. Битая. Вот клейма. Попадается медь даже. Я без МД визуально. Вот она. Ну вот они, клейма. Одно на одном. Вот такая красота. Но все битое. Показываю целое. Ребят, просто. Просто за полчаса. Такая бутылочка. Главмолоко СССР. Просто шикарная. Видите, бумага еще была, видать, на ней. Остатки. Вот она, целехонькая. Ребят, тут еще вот такая малышка. Но она лысая. Вот такая вот штучка. Подождите. Вот такая вот штучка. Она лысая. И вот такая вот штучка, расписная вся. Мы толком не прочитали. Уже темнеет. Смотрите сейчас или посмотрите на записи дома помытыми. Но это вообще, мне кажется, зачет. Просто зачет. Видите, бумага была. Вот она. Дальше еще вот такая баночка. С дырочкой. Я не знаю, это пластик какой-то. Хрен поймешь. Вот что-то по электрике. Патрон был, что ли. Но он с утратами. Но видите, форма какая, тяжелый. И вот такая закруточка. Пока все, работаем дальше. Ребята, 10 секунд назад извлек вот с этого вот уголка вот эту красоту. Видите, конечно, потресканная, понятное дело, корни давили. Но гляньте, это целое абсолютно, еще и с жидкостью внутри. Это духи. А мы потом посмотрим, а мы потом понюхаем. А сейчас мы открывать не будем. Видите? Это зачет? Я думаю, это мега зачет.
просто, блин, кайф. Ребят, глубокая ночь в лесу. Мы продолжаем разрабатывать шурф. Шурфить тут не перешурфить просто. Вот сюда покажи. Смотрите, выскакивают какие целёхонькие штучки. Вот такие вот. А какие обломочки, какие ручки красивые. Какие остатки посуды. Какие штучки всякие. Просто. Вот проволока медная еще. Вот колбочки какие-то лабораторные. Вот пузыречек. Целенький. Вот целенький. Работаю вот такой вот, вот таким вот совочком пластмассовым. Копну вот этим, фискарем своим, а потом вот так вот. И вот знаете, хочется вам показать момент изъятия какого-либо, ну, предмета. И мы все не натыкаемся на него, когда снимаем. А сейчас, возможно, это оно. Блин, опять стакан. Ай-яй-яй. Ой, опять стакан битый. Думаешь, ну сейчас, сейчас сниму что-нибудь. Потом камеру выключаем. Вот видите, опять битое. Обидно. Очень много битого. Но все равно, ребят, очень и очень интересно. Сейчас попробуем поснимать минут 3-4. Я тут законурился по-свежему. Авось повезет, и мы с вами чего-нибудь найдем. А не найдем, ладно. Потом найдем, покажу. Ты будешь делать? Подни стекла, убитые камни, кирпичи. Попробуем отсюда. От снова битая. Видите? Мы, наверное, ребят, будем уже скоро заканчивать. Потом за финалем в лесу, а потом уже завтра заснимем дома. Я все равно сегодня еще надеюсь на какую-нибудь интересную бутылочку. Хотя сегодня интересностей так было довольно-таки много. Костей полно просто. Утиные, скорее всего. Как назло. О, блин. Ребят, чего-то вроде имеем, но опять-таки целое, не целое, это ж неизвестно, понимаете? Смотрите сюда. Вот, вот она. Так ее аккуратно шатаем. Что-то я шепотом стал разговаривать в лесу, а? Вот она. Баночка. Еще одна. Дома таких пару есть. Вот она, ребят. А ну сюда давай. Видите, глубоченько была. Тут надо и сверху проверять, но еще и глубину рыть, понимаете? А это, как говорится, работа, непочатый край. Тут стекла этого просто завались. Это помойку я надыбал, комрады. Железо. А что это было? А хрен его знает. Вообще непонятно. Давай тут обрушим, посмотрим. А потом отключимся. Мы сейчас уже домой будем собираться. Ребят, накопались. Просто трындец. Сейчас сядем отдохнуть, выпить компотика. Я вам покажу бегло. Медь. Покажи медь, которую нашли. Вот сейчас за последние там полчаса. Вот она. Ну все, сейчас маленько еще, давай, вот тут поснимай.
пока память позволяет в телефоне. Я тут попытаюсь поработать по верхам. Вниз особенно не иду. А внизу идет культурный ёшкин слой. Это не культурный слой, это мусорно-культурный слой, да? И тут, возможно, чем глубже, тем интереснее быть. Вон оно там все как пошкрябывает. О! Ай, блин. Ребят, закончили шурфить на сегодня. Ночь уже глубокая, хватит, домой пора собираться. Вот я оттуда, с этой мусорной ямы, немножко отнес битого стекла вам показать, такого, ну, более-менее интересное, которое попадалось на глаза. Его море там, просто море. Вот, смотрите сюда. Каких только нет стаканов, ребята. Стаканчики. Стаканчики разные, разные абсолютно. Смотри, какая кружка была. Во. Во. Это же, у меня даже было в мыслях забрать ее. Но я забирать не буду. Почему? Сейчас узнаете почему. Вот такая колба битая. Расческа. Кстати, с надписями. Не, с рисунком. Вот такая была какая-то фиговинка, видите? Битая. Такая пробочка и та битая. Просто капец. О, медяшка затесалась. В общем, здесь разные, разные битые красивые штучки. Такая бутылка была. Которые остаются здесь. Ага, вот. Донца бутылки. С какой-то надписью. Консерв, что-то там, тра-та-там. Можно, кстати, забрать, почитать. Ну да ладно, пусть будет здесь. Почему пусть будет здесь? Медь, медь, смотри. О! Потому что, смотрите, теперь сюда. Это то, что мы нашли сегодня целиковое. Это вот у нас тут проволока. А это у нас хабар. Вот они, блин, бутылочки. Тут даже целые колбочки, смотрите. Вот. И вот еще одна тоненькая сюда тоже отправляется. Вот, с подгорчицы, наверное, раннесоветской. Красивая. Вот это вообще просто. Там духи, ребята. Походу, там духи или масло какое-то. Вот, красота. Вот, вот. Вот, малышка. Вот это просто. Украинский центральный институт эндокринологии Харьков. Представляете? Это, возможно, редкая бутылочка. Все, ребят. Завтра это все мою. И потом вам показываю. Но я думаю, такой шурф и такие находки заслуживают ни одного лайка. Ни одну тысячу даже. Мы пойдем пить компот и домой.